Ребят, а как вы думаете, что такое толерантность? Дружба, честность, доброта, отвечают ребята. Что такое толерантность, ученики 9 А знают на отлично. Историю и обществознание преподает им их классный руководитель Ольга Вячеславовна Васильева, а воспитывает с 5 класса. Это призвание быть учителем в ее случае. Она может объяснить и жизненную ситуацию, и ситуацию в учебе. Это она беспокоится за каждого ученика в нашем классе, беспокоится за его оценки, за его здоровье, за все, что происходит в его жизни. И всегда готова помочь. Наш классный руководитель Васильева Ольга Вячеславовна – это самый ответственный человек из всех, с каким я когда-либо был знаком. Не было никогда такого, чтобы она просто пустила дело на самотек. Она всегда все держит под контролем, и за это ей огромное спасибо. Всегда в первых рядах. Активная, позитивная, деятельная, замечательный организатор. Быть учителем мечтала с детства. В 86-м Ольга поступила в педагогический институт. Пионер-вожатая, замдиректора по воспитательной работе. В 2016-м стала для пятиклашек 6-го лицея второй мамой, как говорят родители учеников. Классный руководитель и учитель – это призвание. И это призвание нашей Ольги Вячеславовны. Она объединила наш класс, детей, да и нас, родителей, в большую дружную семью. Мы общаемся, мы посещаем выставки, да вообще мы помогаем и взаимозамещаем друг друга. Благодаря Ольге Вячеславовне наши дети активны, они уверены в семье. И вообще Ольга Вячеславовна объединила детей таким способом, что они воспринимают ее как вторую маму. Творческие вечера, театры, музеи, креативный подход к любому уроку, индивидуальное отношение к каждому ученику. Вот составляющие профессионального кредо. Классный руководитель – это помощник. Классный руководитель – это советчик. Классный руководитель – это плечо, которое может поддержать. Классный руководитель – это тот, кто может пожалеть. Классный руководитель – это мама. Научить детей быть патриотами, достойными гражданами своей страны, любить родной край педагог считает своей главной задачей. «Мы все разные, но являемся частью одного коллектива», – говорит Ольга Вячеславовна. «Только хороший наставник может направить, поддержать и развить в любом ученике самые ценные качества». Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».